skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Феникс, и мы с вами играем в симулятор пчеловода. У нас вышел новый крутой код. А также прошу вас поставить лайк и оформить подписочку, если вы это еще не делали. Оформили? Тогда приятного просмотра. Итак, друзья. В общем, у нас в пчеловоде вышел код, а связан он с тем, что в пчеловоде официальный мерчинет выпустил. И что он дает, как бы, этот код? X3 на бамбук. И сам X3 конверсию там и, короче, сейчас увидите. И самое главное и крутое — это маршмеллоби. Кстати, ссылку на шоп с мерчем я оставлю в описании. И ставлю картинку, как бы, как выглядит это, как бы рекламка, да. Итак, друзья, вот смотрите, вот такой код у нас. Teespring. Сейчас пойду, как бы, одену маску под это поле. Дам вот масочка, да. Пофиг, можно и так сделать. Так, отлично. Все, побежали на это поле крутое. Сейчас убьем мы наших пауков. Где-то вот сюда поливалку ставим. Готовимся вводить код. Все, друзья, сейчас пчелки мои прилетят. Ну, они только оттуда прилетят. Ну, окей. Давайте-ка просто пофармим просто, вот, без ничего. Как у нас фарм будет? Как мы видим, такой, да? Все, вводим код. Пу! Вот что нам дали. Как я и говорил, бамбук X3 и X3 Винц. Это реально классный код. Итак, в общем, поехали. Что нам нужно? Экстракт и Tropical Drink. И масло. Все, поехали. Оба-на. И начинается бомбежка поля. Просто класс. И вот так вот вы фармите целых 15 минут. И самое главное, гляньте, что нам дали с вами всем за этот код. Это вот эта вот маршмеллоу пчелка. Если ее скушать, она будет на 30 минут. Рюкзак. Это то есть вообще шикарно, когда у тебя бусты жесткие, а рюкзака не хватает. Плюс конверсия. 250 улучшается, но там как-то побольше выходит. И 50 белой пыльцы. Это прям топчик, потому что как бы белая пыльца. С нее как бы фарм, сами понимаете, офигенный. На полях ее прилично. Вот поэтому. И это офигенная штучка. А вот, честно, рад то, что нам дали по одному этому маршмеллоу бину. Ну или не бину, а просто маршмеллоу би. Так, как видим, фарм такой. Более-менее хороший. Можно, конечно, надеть гамми-маску, но, ну, друзья. У вас будет рюкзак очень быстро забиваться, поэтому... А тут даймонд хотя бы сдает. Мне набрать, в принципе, реально эти бусты сдавалки. Подарок. Пчелка молодец. Подарок нам подогнала очень вовремя. Опа. Так, ну главное сейчас успеть сдать рюкзак. У нас будет полностью весь рюкзак сдастся. Ну нет, не успели мы немножко, ну ладно. 16 миллионов секунд, друзья, офигеть. Это с демот масочкой, так что вообще не штяк. Просто посмотрите на эти цифры. Это реально топчик. В общем, вот такой у нас вот офигительный код просто. Поэтому, друзья, если вы хотите узнавать о новых кодах, то подписывайтесь на каналчик.
влепляйте лукасик и оставляйте свой царский комментарий. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был Феникс. Ссылки в описании. Всем покедова. Увидимся, когда увидимся.